Все, запись. Ее не задевать, вот это самое опасное. Вот так. Игнатий Тихонович, вы вот вы сюда с лопатой пошли. Что вы здесь делали-то? Что делал? Когда мы ехали туда, тут ямы, канава. Вон, видишь, какая? И вот где это... И смотри, мы опускались на какую... И там точно так же. Вот видишь, какая? На целую лопату опускались. И здесь опускались. Вон она, на полторы лопаты. Ну вот я угол срезал. И в трех местах так легче шло? Конечно. Так, а кроме того, сегодня обещали как аномальную температуру. Надо спрятаться где-то. Я гляжу, вы там не торопитесь. То есть нельзя будет вам быстрее было. Я залез наверх, вот сюда вот подойди. Вот на высокое место. Ну я одновременно молюсь и поднимаю руки под мышками, потеет. А Володя говорит, Игнатий Тихонович проветривает, говорит. Да, а кроме того, солнце палит. Я что сделал? Смотри сюда. Вот здесь 8 прутиков растут. Я их связал вместе и создал тень. Посмотри. Тут паутов тысячи. Вот тут видно, видите, клубники, сколько клубники. Я вот что сделал здесь. Смотри. Это вот ковыль растет. Я возьму, дорогой объясню, что он... Ох, сколько здесь ягод. Для овечек. Он втыкается вот так вот. Смотри, у лошадей, у овечек. И вот так вот на ветром крутится. Он ввинчивается, проходит легкие, печень, все и погибает. Ковыль что? Ковыль. Это он на столе хороший, он крайне опасный. Видишь, у него заворот какой, он спиралеобразно вот так втыкается в шерсть, а потом крутится. А здесь смотри. Ягоды не топ... Ну что это вы делаете? Ягоды, да. Я подошел вот сюда вот, вот эти вот 8 листиков. Это, я их связал, они создали тень. А я тогда, когда тень они создали, я под это вот залез, вот. Травой прикрылся, и меня паутин взять уже не могут. Тень на меня падает и одновременно скрылся. Это вы насмотрелись того видео, которое... Выжить во что бы то ни стало. Ага, я понял. А глубина-то какая? Это тут фермера выкопали, оградили, когда склады были. И вот пока вас не было, вот такое дело пришлось сделать. Видишь, какая канава. А они сами по себе-то мало дают, что. А я их вместе связал, 8 штук, уже тень. А солнышко закрылся, от паутов залез. Спецназовец, что скажешь-то? И вот камень нашли. Нашел камень, подтащил его сюда. А вот этот пласты земли, вон там распахивали противопожарные, я принес сюда. Давайте я его попробую забросить, может? Ну попробуй. Нет, я тебе маленько помочь даже хотел бы. Да может не надо. Вы просто громко кричите, оно как силой заставляет. Ну да, давай потихоньку. Камень хороший. О! Все, лопату берем. Так, а что это материя? А это материя просто брошенная. Куртка какая-то была. Вот такая, брат, история интересная была.